Мы с собакой пошли гулять. Времени часов 10 утра. Сегодня второй день, нет дождя, но погода так себе. Хотя утром я даже видел солнце, что неплохо и внушает надежду. Движемся мы в парк. Я взял с собой корма собачьего. И будем сегодня тренировать шайбу и общаться с ней. От дома, где мы живем, строится ЖК «Ньютон». И есть один вопрос к ЖК «Ньютон». Я смотрел у них техническую документацию вот этого белого строения на крыше. Нигде нет. Но по факту оно присутствует. И я не могу понять, какую функцию оно выполняет. И смотрите, получается, что трубы так и будут расположены снаружи уже финальной стены. Вот здесь хорошо видно. Очень странная конструкция. И непонятно, что там, зачем. Кстати, вот там впереди идет большой шелти, ну, похоже, колли по размерам, но мохнатый как. Ну, короче, большая шелти, что странно. Сейчас подойдем, поздороваемся. Здравствуйте, скажите, у вас это шелти или колли? Колли. Это колли? Странная расцветка такая. Это шелти, да? Вот, ага. Крупнее. Ну а расцветки-то такой же, как. Ну такая колли же, тоже. Да. Маркиз туда да, пошел. Клево. А, это все ваши? Маркиз. Ну-ка, давай, тогда не мать. Маркиз. И на праздник, да? Нет, а что за праздник? Колли и шелти сегодня. А, сегодня? Ну. Класс, это мы хорошо а пошли гулять. Не нет. Вон у вас там выйти. Класс. Заходите, потусить как раз. Зайдем, да. Играете вон они. Клево. Да, вот так удачно мы зашли. И сегодня, оказывается, фестиваль Шелти и Колли. Неплохо. Неплохо. Фестиваль Шелти и Колли. Пойдем сходим на шайбу. Я тебя давай отпущу, наверное. Ты гуляй, гуляй. Офигеть. Шайба, иди общайся. Ты посмотри, она же ее нет. Лошак, сейчас огребешь. Лошак. Ну-ка подошел сюда. Кто себя плохо ведет? Не подлизывайся. Кто плохо ведет? Во. Дурунь, да иди сюда. Дерево. О, собаку надо купить. Да ладно. Тише. Ну от быстрика грёб, нет, еще надо. Мне тут нагулять. Чихать на все. Чихать на все, со мной не гуляйтесь. И мы наобщаемся, и вы наобщаетесь. Это на тусую, скажи, с собачками пообщаюсь. Мероприятие проходит каждый год. И ну, мы не знали об этом серьезно. Просто случайно получилось, пришли. Зарегистрироваться нужно, участие платное, но мы просто присутствуем. Вот, очень много собак классных. В программе сегодня будут даже какие-то танцы с шелти, выставка и что-то там еще. Короче, клево, нам сказали, можно просто потусить. Будем тусить. Короче, мы решили пока в сторонке посидеть, потому что на шайбу там имеют виды всякие огромные собаки. Кобели, она у нас девушка видная, поэтому мы оттуда ретировались. Скоро начало, собак очень много.
посмотрим, что будет. У нас есть с собой немного корма, так что собака не будет голодать. Такие дела. Короче, телефон у нас сел. Пойдем шайбу. Пойдем, пойдем, пойдем. Шайба. Пойдем. Ты какая маленькая. Хи-хи. А, хорошо, хорошо, простите, да. Какая маленькая. Ну как, выскочили? Что? Выставляли сегодня? Не, мы случайно оказались здесь. Не знали, что вообще происходит такое мероприятие. Просто потусить да посмотреть. Шайба, пойдем. Пошли, пошли, пошли. Это уже награждение, судя по всему. Шайба. Дионе, он называется, кажется, «Юность». Проводили соревнования по автогонкам зимним. И также зимой была раскатана трасса для картинга зимнего. Было весело. И мне было интересно узнать, работают ли они летом. Да, работают, действительно. Но, конечно, не сравнить качество покрытия с картингами крытыми. Поэтому большой вопрос, сцепление карты с дорогой. Тут, видите, и земля присутствует, и трава, и асфальт очень уж неровный. Так что есть вопросы, конечно. Но с другой стороны, здесь очень большой круг. Что, наверное, является плюсом. Мы ушли с выставки, потому что времени уже много, надо уже покормиться самому, покормить шайбу. Было прикольно, познакомились с разными людьми интересными. Так что на следующий год, может, удастся повыступать. Прикольно, забавный движ.